Друзья, всем привет! И мы начинаем игру «Последний день на Земле. Игра выживания». Несколько подписчиков уже давно просили, чтобы я сыграл, протестировал эту игру. Итак, друзья, давайте-ка вместе посмотрим, что же это за игра. Вот надо выживать в постапокалипсическом мире, где куча монстров, куча зомби, и нашему герою придется с ними сражаться. Итак, мне нужно первое оружие. Вы видели, там был какой-то зомбак. Давайте-ка попробуем его скрафтить. Чтобы скрафтить, друзья, все очень просто. Для крафта мы сейчас попробуем создать каменный топор либо кирку. Вот для этого нужны ингредиенты. Вот камень. Что у нас еще есть? Какое-то дерево. Но пока у меня недостаточно ингредиентов. Давайте-ка еще что-нибудь соберу. Пусть наш герой пробежится. Да, вот, кстати, удалось собрать ягоды. Отлично. Итак, мне нужно первое оружие. Кстати, возможно, в той машине что-то было. Давайте-ка, друзья, я проверю машину. Возможно, в той машине есть что-то интересное. И тогда мы с вами уже как-то... Ой-ой-ой, друзья. Итак, не даст вредный зомби нам поискать, что находится в машине. Вот придется все-таки сначала создать оружие. Итак, друзья, не вижу камня. Вот, а ну-ка, друзья, давайте-ка еще я посмотрю относительно крафта. Возможно... Вот для копья мы сможем что-то создать. Да, да, изучить. Давайте-ка я создам копье. Попробую справиться при помощи этого копья зомби. Вот, возможно, тогда у нас будет более эффект. Итак, как мне, кстати, еще вот на моего вот героя поставить копье? Сейчас мы посмотрим. Итак, ага, мы еще не создали копье. Вот давайте-ка мы попробуем. Мы, в принципе, вот сделали с вами вот ингредиенты. Мы изучили, но не создали. Вот, теперь, итак, есть. Здорово, копье создано. Давайте-ка я его навешаю на нашего героя. Ага, в слот оружия. И попытаемся справиться с первым зомбаком. Посмотрим, как ему вот удастся ли нашему герою его завалить. Вот он, вредина. Итак, вперед, вот бьем, ой-ой-ой, итак, он пинает нашего героя, но наш герой справился с зомбиком, отлично. Итак, давайте-ка я еще проверю, что же находится в этой машине, может там что-то интересное, что поможет нашему герою. Итак, есть, друзья, есть вода, есть у нас какой-то нож мясницкий, есть куртка, есть вот веревка, есть еще металл, но металл я пока брать не буду. Первым делом нам нужно создать базу. Кстати, давайте-ка мы попробуем приодеть нашего героя. Вот, отлично. Ну и, конечно же, нужно будет его вооружить. Отлично. Итак, у нас сейчас есть два оружия. Ну, кстати, нам топор важнее. И да, есть камни, есть сланец, вернее, это, и есть куча... Вот, кстати, это что за домик? Итак, у нас есть какой-то домик. Ага, друзья, мы попали уже к какому-то разрушенному домику. Он полностью расстроен, что, конечно же, здорово радует. Здесь какой-то чоппер. Итак, я, друзья, честно говоря, не ожидал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, что делается. Итак, ну давайте-ка, я надеюсь, что наш секач сейчас неплохо покажет. Да, вот совсем другое оружие. Вот, отлично. Итак, друзья, нас игра забросила на чью-то базу, в которой, как видите, уже, вот, кстати, чей это домик или это разрушенная база. Ох, смотрите, друзья, нам повезло, у нас даже есть еда. Вот, я попал к чему-то костру, и вот такой вот классная хижина. Кстати, что здесь? Здесь вода, воду мы возьмем. Кстати, я так понимаю, друзья, что я попал к чему-то. Кстати, как посмотреть, что это за записки? Вот, давайте-ка я попробую их применить. Ага, это какие-то задания. Пока я это брать не буду, пусть это все лежит вот в ящике. Вот вопрос в следующем. Как мне вот подлатать стены? Кстати, что это такое? Это у нас какой-то приемник, радио. Я с этим, друзья, еще буду разбираться. Еще не совсем разобрался. Даже есть вот стол, диван. Вот как мне, кстати... Ага, наш герой может чинить, оказывается, стены. Ага. Вот, и что же на это пошло? На это пошло. Итак, друзья, давайте-ка я еще попробую как-то починить наш домик. Не знаю, хватит ли мне ресурса, но я буду стараться это делать. Итак, мне нужно вот зайти в режим
режим стройки. Вот еще не разобрался, друзья, в этой игре. Прошу, не суди строго. Итак, мне нужен режим стройки. А, вот он. Вот он, вот он. Итак, давайте-ка поставим какую-то глухую стену. Вот так. И пока это все. Все, что я могу. Итак, друзья, нам очень здорово повезло. Мы нашли готовый домик. Мы нашли готовый домик. Давайте-ка я еще вот попробую заделать вот эту прореху. Отлично. И попробуем, друзья, еще вот заделать эту стенку. Итак, друзья, вот я не в курсе. Я не в курсе, вот что здесь и как. Поэтому прошу не судить строго. А вот когда-то я уже играл эту игру, но потом забросил. Вот не совсем еще вот разобравшись, поэтому жду от вас отзывов и комментариев. Ну а пока мы продолжаем с вами расстраивать хижину. Отлично, кстати, смотрите, какой прикольный чоппер. Вот, кто-то эту базу уже расстраивал, и я считаю, нам досталось очень крутое наследство. Вот, вот только чужая это будет база или наша, вот очень важный вопрос. Вот для меня это все как бы... интересный, прикольный. Кстати, это какой-то стол оружейника, где мы можем скорее создавать оружие. Ну, видите, выглядит все круто и здорово. Итак, давайте-ка я соберу ягоды. Вот, возьмем дрова. Вот, отлично. Ну что ж, пока довольно-таки круто и все здорово выглядит. Кстати, могу ли я на костру приготовить мясо? Ну, в принципе, чтобы приготовить мясо, нам нужно добыть мясо. Вот, давайте-ка... я вначале попробую уничтожить этого зомби, а потом поохотиться на оленей и потом еще приготовить мясо. Отлично, итак, давайте-ка попробую как-то зайти. Ах, испугал его. Вот, попытаюсь, нужно как забраться вот к нему со спины, а как-то аккуратно, чтобы олень не увидел нашего охотника. Вот, все-таки я поспешил, нужно будет как-то аккуратненько поохотиться. А ну-ка, друзья, вот есть возможность у нашего героя еще подкрадаться. А ну-ка, вот, ой-ой-ой, итак, я его испугал. Вот, а ну-ка, друзья, давайте-ка вот так присядем и тихонько-тихонько пойдем за оленем. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, и вот так. Есть, удалось вот поймать оленя, есть у нас мясо, есть у нас шкура, ну, в принципе, нам в наследство уже досталось мясо, вот, досталось мясо, что, конечно же, здорово радует. Кстати, что у нас с сундуком, давайте-ка, ой-ой-ой, ага, вот мне показалось, что олень хочет нас забодать, вот, ну что ж, неплохой сундук, давайте-ка я сюда брошу что-то ненужное, ну, ненужного пока у меня нет. А вот, кстати, готовые доски, что супер. Вот из досок, наверное, друзья, я и мог бы создать более продвинутую стенку. Вот, как здесь сделано. А ну-ка, друзья, давайте-ка посмотрим в режим редактирования. Вот, пока мне непонятно, кто уже в курсе, пишите. Ну, а я пока вот сброшу все ненужное и пойдем вот добывать, охотиться на зомбарей и интересное что-то искать. А, кстати, мне не нравится, что здесь только один сундук. Давайте-ка еще что-то создадим, что-то изучим. Вот, есть еще маленький ящик, но для этого нужен второй уровень. Что ж, для второго уровня сейчас мы поохотимся на зомбиков. Кстати, вот увидел сланец, давайте-ка я его соберу. А что у нас находится в зомбиках? Этот пустой. Вот, а дальше. Да, вот, кстати, друзья, давайте-ка я еще попробую создать кирку. Вот, попробуем кирку. Давайте-ка мы создадим. И топор, я тоже думаю, нам нужно будет создать. Ага, для топора нужно дерево. Нужно дерево. Ну, вот теперь, мне кажется, уже и есть дерево. Вот, давайте-ка создадим топор. И, по-моему, у нас уже все есть. Главный инвентарь нашего героя. Да, есть. Есть вот и топор. Есть и кирка. Вот, кстати, давайте-ка при помощи кирки я сейчас и попробую добыть немножко камня. Ой-ой-ой. Итак, друзья, наш герой немножко подустал. Кстати, я не поменял оружие. Вот как, кстати, нам менять оружие, я не совсем понял. А, вот. Вот. Ах ты, вредина. Вот, кстати, куда ты пошел? Вот, добывай. Добывай. Отлично. И вот хочет пить. Ну, раз хочет пить, давайте-ка, друзья, не будем мучить нашего героя. Вот, пусть он попьет водички, отлично, но он у нас и голоден. Итак, давайте-ка я его немножко подкормлю.
Отлично, ну и вот еще можно съесть немножко мяса. Да, вот, герой сыт, герой не хочет пить. Вот, а сейчас давайте-ка попробуем вот разбить вот этот камень. Итак, ага, друзья, у нас инвентарь полон. Я не могу, вот думаю, почему не могу добыть. Давайте-ка я съем ягоды. Вот, съем ягоды. О, как здорово. Итак, 100% сыт наш герой. Вот давайте-ка все-таки я расчищу рюкзак, а потом уже будем пытаться разбивать. Итак, друзья, прошу не судить строго. Вот давно уже не играл эту игру, немножко уже подзабыл, но надеюсь, что сейчас у нас все здорово получится. Итак, семена сброшу. Вот это у нас растение, это у нас волокна, тоже сбросим. А вот кирка, копье, вот пусть пока будут, доски мы сбросим. Вот ягоды пусть будут, ну остальное пусть будет. Что ж, вперед. Итак, еще разбираюсь в игровом процессе. Вот, отлично. Итак, да, вот так здорово наш герой бьет, разбивает камень и добивает сланец. Отлично. Ага, это железная руда, это же вообще круто. Вот, известняк. Ага, это известняк, это ягоды. Вот, давайте-ка я еще попробую переключиться, вот на топор. Отлично. И попробуем добывать дерево. Вот так, отлично, отлично. И да, у нас новый уровень. У нас новый уровень. Вот, кроме того, друзья, вижу волокна. Давайте-ка я собираю. Думаю, они позже нам пригодятся. И да, вот, кстати, друзья, я увидел зомбарей. Какого-то зомби. Вот, мне нужно переключиться на оружие. Кстати, не совсем я понял, как мне переключаться на оружие. А, вот. Вот, отлично. Итак, удар, и зомби уничтожен. Отлично. Вот, кстати, я вижу, друзья, опять же есть возможность у нас менять вооружение. Отлично. Отлично, 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 отлично. Итак, вот бьем киркой, разбиваем железную руду. Вот, отлично. И добываем еще и сланец, если я не ошибаюсь. Вот, ну сейчас, друзья, мы очень много всего этого добудем. Да, это известняк. Это известняк, неплохо, неплохо. Ну и вот, друзья, нужно будет уже выходить в основной мир, чтобы что-то интересного добыть. Отлично. Итак, смотрите, целая куча железной руды. Вот пока я буду разбираться, удивительно, друзья, что в начале игры мне попался уже готовый домик, не пришлось его расстраивать с нуля. Вот, кстати, что у нас относительно нового уровня. Ага, выберите навык, осталось очков. Домосед, ловкие руки и рудокоп. Что это дает? Отдыхая на своей базе, восстанавливая здоровье в течение 10 минут, вы открываете запертые замки на 7% быстрее. У вас есть 2% шанс получить дополнительную руду при добыче железа. Ну, что я скажу, друзья, очень интересный нюанс. Вот что нужно развивать в первую очередь, пишите в отзывах, комментариях. Наверное, давайте ничего я пока не буду этого делать. Вот нам предлагают перейти к чертежам, и мне кажется, это очень важно. Вот как раз здесь мне нужно будет сейчас вот создать рюкзак и создать маленький ящик. Вот, кстати, посмотрим, что у нас сделается, если у меня волокно. Есть, и попробуй. И нужна еще веревка. Нужна еще веревка. Вот, чтобы создать рюкзак, тогда нам будет немножко попроще. Отлично. Вот, нужен рецепт, нужен рычаг, изучить. И да, есть обычный рюкзак. Вот мы обучили и создали. Супер. И теперь у нашего героя есть уже рюкзак, что, конечно же, неплохо. Вот, в рюкзак мы можем ложить уже больше предметов. Вот кроме карманов мы сможем положить. Отлично. Ну и давайте-ка, друзья, я попробую еще создать еще один ящик. Вот, давайте-ка я попробую вот взять, что нам нужно. И что нам нужно для создания ящика. Немножко вот непонятно. Итак, и все. Все есть, чтобы изучили создание нового рецепта. И давайте-ка я создам ящик. Отлично. Ящик создан. Давайте-ка мы его поставим. Итак, построить, и давайте-ка я попробую как-то его вот поставить вот здесь. Отлично. Ну что же, замечательно. Итак, друзья, давайте-ка перейдем к этому ящику. Вот я считаю, нам не помешает новый ящик. Вот пока
мне нечего сюда бросить, ну давайте-ка брошу вот так. Вот так все брошу, еду и вот камни я тоже оставлю, и пойдем с вами по другим локациям. Посмотрим вообще, куда нас забросило. Вот, кстати, что здесь в этом зомбаке? Здесь веревка, ну давайте-ка я эту веревку не буду трогать. Вот пойдем с вами в большой мир, а посмотрим, возможно, что-то интересное удастся добыть. Отлично, отправляемся с вами в глобальную карту. Вот нам есть подсказка, что военные бункеры — это здорово. Итак, друзья, удивительно, я когда-то начинал эту игру, я начинал с нуля, а здесь вот так круто повезло, нам практически без проблем упало вот довольно-таки крутой шанс. Вот начали мы уже с готовой базы. Итак, что у нас в окрестностях? Есть каменные холмы, есть у нас каменные предгорья. Вот еще чья-то база. Ну, на чужую базу, я считаю, пока идти нам рано. Мы же вообще не развиты. Вот только у нас... вот, ну, давайте-ка вот погуляем по сосновой роще. Пробежим сюда. Вот, возможно, что-то интересное там мы добудем. Вот, возможно, какие ящики. Было бы хорошо, чтобы у нашего героя появились либо штаны, либо вот еще какое-то вооружение. Как-то без штанов ему по лесу и без ботинок гонять, бежать как-то не очень комфортно, я думаю. Ну что ж, итак, вперед, 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 вперед. Стоит ли рубить деревья пока? Давайте. Ого, друзья, и я нашел какого-то человека. Пропуск, бункер Альфа. Фотография сильно истерзана, еще можно разобрать на царапину внизу цифры. 26991. Ну что ж, друзья, да, вот нужно ли... Ой-ой-ой, друзья. Итак, вот смотрите, какой-то самоубийца напал на нашего героя, но наш герой вот начинает его пинать. Да, удалось его запинать. И что в нем интересного? О, круто, бинты. Вот бейсбольная бита. Есть у нас бревна. Ну, все заберу. Все заберу. Кстати, что это за рюкзак? Такой же, как у нас, или попроще? Вот, скорее всего, тот же самый. Ой, кстати, у него был питомец. У него прикольный был питомец. А почему он идет за нами? Друзья, я не знаю, но у меня появился какой-то питомец. Почему он бегает за нами, мне непонятно, но выглядит прикольно. Что ж, друзья, итак, давайте-ка я посмотрю, что я здесь могу. Я попробую вот еще вот добавить нам вот такую аптечку. Кстати, что у нас со здоровьем? Что у нас со здоровьем? Надо подлечиться. И давайте-ка я как-то вот попробую. Ох, ничего себе! Ух ты, вредина! Волк напал на нашего героя, но нашему герою удалось его завалить. Вот, возьмем себе еще мясо. Я тоже, считай, не помешает. Ну и давайте-ка разведывать, что здесь интересно. Да, я же не проверил. Вот, фотография стерта. Ну, 26991, как бы здорово, что это есть, но как использовать. И да, по карте, по мини-карте я вижу, друзья, какую-то большущую сумку. Что в ней? Сейчас посмотрим. Итак, вода. Вода — это, конечно же, супер. Еда — это здорово. Итак, сырое мясо я пока брать не буду. Проволока, железо, вот еще какие-то вот сальники, скорее всего. Вот для чего это нужно? Скорее всего, для того чоппера, который у нас есть. Ну, пока, я считаю, неплохо. Вот, кстати, а у нас же еще было место. У нас же еще было место. Раз есть место, то давайте-ка я буду ложить все, что возможно. А когда уже не будет места, тогда вот уже посмотрим. Отлично. Итак, вперед. Что здесь? Куча зомбиков. Ого, есть сухое дерево. Ну, будем пока вот рассматривать, что здесь и как. Вот, отлично, этот сундук мы смотрели, да, вот, отлично. Ну что ж, давайте-ка, друзья, я попробую поохотиться на зомбиков. А, кстати, можно еще собрать ягод, вот, в принципе, не помешает, да, если есть вот волокна, тоже, в принципе, считай, можем создать. И, да, вот подсказка, что уже полно у нас всего, но мне, кстати, удалось найти еще один сундук. Вот, кстати, где этот появился питомец, мне до сих пор непонятно. Вы же видели, я начинал игру, его не было. Итак, у нас есть фотоаппарат. Вот, это, конечно же, супер, но для меня главное еда. Вот пока выживание.
Вот, дерево это, конечно же, здорово, но что мне нужно в первую очередь? Вот, кстати, я видел, давайте-ка я ягоды пока беру, возьму изоленту, вот, возьму вот проволоку, возможно, это нам пригодится. Вот еще какие-то транзисторы нужны, не нужны, важный вопрос. Ну, пока, вот, кстати, что с этой бейсбольной битой? Вот в каком она состоянии? Вот и в каком состоянии наше вооружение нашего героя? Вот тоже, конечно, наш секач, наш топор уже подустал. Есть целая куча камней. Вот, кстати, давайте-ка я попробую со спины зайти и уничтожить этого зомбика. Эх, друзья, я нашумел. Я нашумел, ничего страшного. Вот попытаемся его Ах ты, волк, волк, волчара. Волчара напал на наш, но опять же наш герой его без проблем зарубил своим ножом. Отлично. Итак, друзья, еще нужно практиковаться. Да, вот так мы можем тихонько подходить и попробуем сейчас уничтожить зомби одним ударом. Итак, есть. С первого удара уничтожен, но видите, второй услышал. Второй услышал, нужно очень аккуратно сражаться с зомбиком. Кстати, это был крутой зомбик. Вы видели, сколько ударов пришлось ему нанести. Кстати, что у него... Ага, друзья, наш герой хочет еще пить. Давайте-ка мы его попробуем напоить. Итак, применить. Отлично. И состояние нашего героя довольно-таки в хорошем состоянии. Кстати, где я могу посмотреть его уровень жизни? Давайте-ка посмотрим и что-то не пойму. Что-то не пойму. Итак, пока все понятно. Да, вот что в этом в середине этого зомбика? Веревка. Веревка это неплохо. А вот... Ой-ой-ой, друзья. Что это я сделал? Я как-то в бегуна перебросил вот все, что мог. Не надо так делать. Вот, не надо мне эта веревка. Вот так и идем с вами дальше. Отлично. Вот, веревку пока я брать не буду. Ага, еще. Ага, вот еще один ящик. Вот еще один ящик. Давайте-ка я аккуратненько попробую вот снять зомбика. Вижу, там сверху есть какой-то. Отлично. Итак, заходим со спины. И удар есть. Отлично. Зомби уничтожен. Вот, кстати, еще один. Давайте-ка аккуратно сойду со спины. Нет, друзья, могу напугать. Там очень много зомбарей. Давайте-ка я пока обыщу. Ах, услышал. Друзья, услышал, услышал, услышал. Отходим. Отходим. Ой-ой-ой, целая толпа зомби. Целая толпа зомби. Ну, попытаюсь я их понемножку вот сейчас как-то... Вот так. Отлично, отлично. Итак, один уничтожен. Второй... Здорово. Ну, как бы наш герой без проблем пока расправляется с целой кучей зомбиков. Видите, а вот теперь посмотрим, что же в ящике. Кстати, было бы здорово пойти на базу, сбросить все. Да, вот знаю, что вот эти карты доступа очень важны, поэтому давайте-ка я их возьму. Вот, сбросим наш ящик. Кстати, что у нас с питанием? Вот, воду обязательно брать. Без воды никак. Отлично, ну и вот болты тоже есть, давайте-ка я их как-то попробую совмещать. Отлично, ну что ж, неплохой вариант, вот пытается что-то сделать зомби против нашего героя, но наш герой вот без проблем его рубит своим мечете. Отлично, вернее это больше похоже на нож секач. Отлично, ну вот практически большинство зомбарей уничтожено. Вот пытается некоторые пойти в атаку, но что вы сделаете? А, кстати, что с оружием? В каком оно состоянии? В принципе, мы можем это посмотреть. И да, вот куртка уже в красной зоне. А вот секач еще может рубить, но его как бы надолго тоже уже не хватит. Вот, ага, еще двигаются зомбики. Ну, давайте-ка дорубим вот этих оставшихся зомбиков. Вот так. И уже перейдем на нашу базу. Сбросим все, что возможно. Осталось всего несколько зомбиков. Отлично. Ой-ой-ой. Что-то они разошлись. Что-то они разошлись. И давайте-ка последнего я попробую выбить. Ага, там еще не последний. Там еще два. Там еще два. Вот попробую этого уничтожить ударом со спины. Есть. Вот первым ударом. И еще один остался. Вот, его уничтожим и тогда перейдем на свою базу. Вот, честно говоря, друзья, для меня это Ах, не успел, друзья, как-то он напугал я его, напугал. Тем не менее, враг уничтожен.
И давайте-ка перейдем на нашу базу. Кстати, надо мне еще подлечиться. Вот, отлично. И пока-пока все. Отлично. Ну что ж, неплохой вариант. Вот, друзья, давайте-ка с вами отправимся на нашу базу и попробуем еще что-то расстроить. Кстати, очень крутой и классный нам получился подарок. Вот, получилось с нуля, получили крутую базу. И да, события поблизости, разбился самолет, вряд ли кто-то удалось спасти, но можно найти что-то полезное. Что ж, это, конечно же, супер. Перейдем в самолет. Кстати, где самолет? Ага. Вот, ну, пока давайте-ка я пойду домой. Вот, дом. Давайте-ка перейдем домой. Кстати, где наш самолет? Где самолет, что разбился, что нам подсказочка была? А, вот он, 59 минут. Далеко, далеко до дома. Ну, пока давайте-ка я зайду, сброшу все, что возможно. Надеюсь, что там, где упал самолет, там будет оружие серьезное. Вот что у нас с желудком, вижу, друзья. Вот как-то не очень все здорово. Вот проголодался наш герой. Вот ничего себе страшного. Сейчас мы его покормим. Сбросим вот ингредиенты. Итак, давайте-ка я посбрашиваю все, что возможно. Есть проволоки целая куча. Изоленту мы добавляем. Мясо перекусим. Железо сбрасываем. Вот болты сбрасываем. Отлично, бейсбольную биту я пока оставлю. Вот консервы оставлю. Мясо сбрасываем, колесо сбрасываем. Вот, и бревна мы тоже сбрасываем. Вот, в принципе, копье, оно мне особо, как видите, не нужно. Вот топор, в принципе, можно будет оставить, хотя, опять же, не факт. Особо он мне вот как-то не очень уж и понадобился. Ну, вот такой вот вариант мне пока кажется неплохо. Если наш секач выйдет из строя, то я буду пользоваться бейсбольной дубиной. И надеюсь, это неплохо у нас все покажет. Да, кстати, что нам нужно здесь для производства чоппера? Давайте-ка посмотрим. Итак, болты, подшипники, руль, бензобак, рюкзак, металл, сальники, вот два колеса. А, кстати, мы можем ли мы это колесо сюда сейчас поставить? А ну-ка, друзья, просто интересный момент. Вот я этого не знаю. Сейчас посмотрим. Вот еще ни разу вот не доходил. Вот на канале моем есть несколько видео, где я начинал эту игру. Итак, что я могу сделать? Да, смотрите, друзья, я могу сюда вставить одно колесо, и, возможно, мы с вами создадим чоппер. Ну, если, конечно же, вам понравится видео. Что здесь мы можем? Итак, тоже нужны болты, проволока, два ящика, и мы сможем создать стол оружейника. Супер! Ну что ж, итак, друзья, что мне нужно, что не нужно, пока все вот так пусть остается. Вот правда, наш тесак в красной зоне нам предлагает выбрать. Ну давайте-ка, друзья, все-таки я открою ловкие руки. Вот приму это. Вот еда восстанавливает два здоровья. Давайте-ка я сделаю обжорой. Вот, кстати, что у нас? Ой-ой-ой, друзья, он же хочет кушать! Он же очень хочет кушать. Давайте-ка мы восстановим его силы. Вот. И еще выпьем немножко водички. Вот. Отлично. Вот, кстати, пустую бутылку я пока выбрасывать не буду. Вот. Нужен ваш совет. Стоит, не стоит оставлять вот эти ресурсы, пустые бутылки. Вот, ну, кто-то ко мне когда-то говорил, что пустые бутылки потом можно будет наполнить. Ну, пока как-то так. Что ж, отправляемся к самолету. Надеюсь, там будет что-то интересное. Итак, вперед. И да, надеюсь, что нам хватит энергии и ресурсов, чтобы там интересного что-то найти. Так, улучшайте стены и полы, чтобы защитить ваш дом. Отлично, друзья. Итак, прошу не судить строго. Вот мало играл в эту игру. Всего несколько видео. Итак, 40 энергии, чтобы избежать. Энергия пока есть. Вот, но на обратный путь уже нам не хватит. Что ж, следующее видео уже будет без вот после того, как, ну, возможно, добавится энергия, но если что, уже закончив видео, собрав ресурсы и отправившись домой. Отлично. Итак, друзья, переходим в локацию с самолетом. Надеюсь, нам хватит всего интересного, чтобы там побегать и что-то интересного найти.
Итак, инструменты, чтобы срубить дерево или добыть руду, вам потребуется топор или кирка. Отлично. Итак, сразу же, друзья, вижу первый ящик. Давайте-ка мы его обыщем. Посмотрим, что же интересного выпадет. Итак, есть. Есть штаны и есть вот какие-то кроссовки, либо ботинки. Сразу же экипируем нашего героя. Вот с штанами это будет как-то более комфортно. Отлично. Плюс ботинки. Ну вот, совсем другое дело. Смотрите, как ему круто, как ему здорово. Отлично. Еще вот еще куча сундуков. Давайте-ка посмотрим, что же здесь выпадет. Золото. Нужно ли нам золото? Очень важный вопрос. Ну, главный, конечно же, вяленое мясо. Вот золото я пока возьму, а потом посмотрим. Да, вот есть еще ткань. Вот, кстати, где мы увидим, как это обозначается, как это называется. Вот, где в инвентаре можно увидеть. Ну, пока как-то так. Что ж, с этим мы разобрались. Идем с вами дальше. Отлично, здесь что у нас? Давайте-ка посмотрим. Так, очередная залежь. Ого, золотые часы. Ну, золотые часы, мне кажется, это вообще бесполезный хлам. Хотя, возможно, еще можно будет что-то использовать. Вот. Ну, давайте-ка я пока возьму, а там посмотрим. Вот, да, вот пишите, друзья, в отзывах, в комментариях, что нужно брать, что лучше не брать. Вот, очень важны ваши моменты. Я начинал игру, вот хочу уже серьезно заняться прокачкой этой игры. Кстати, есть у нас бинт, это супер. Вот это супер. Давайте-ка, и плюс две банки. Вот смартфон я не буду пока брать. Вот мне кажется, он пока нам не нужен. Ну, если нужен будет... Ой-ой-ой. Итак, почему-то герой не туда. Вот, да. Вот очередная куча сундуков. Вот пока почему-то... Есть, друзья, есть. Удалось найти какой-то... ну, пока давайте-ка я возьму кепку. Вот что ненужное выбросить. Давайте-ка я вообще пока... Пока думаю, что выбросить ненужное. Все нужное. Вот пока давайте-ка, друзья, я выложу этот топор. Вот, посмотрим, кстати, какая одежда у нас сейчас круче. Хотя нет, пусть будут две куртки. Хотя это уже, видите, подуставшая. Вот, уже в красной зоне. Вот, наверное, все-таки я ее заменю. Она скоро разрушится, поэтому, в принципе, жалеть ее нету смысла. Вот, что у нас с этой бейсбольной битой. Давайте-ка я поставлю ее. Хотя, друзья, а где же бинт? Вот он наш бинт. Давайте-ка я поставлю бинт. Отлично. Итак, давайте-ка я попробую все-таки забрать здесь. Вот, заберу подшипник для нашего вот мотоцикла и еще металл. Вот так. Отлично. Итак, есть ячейка, пусть пока топор будет. Отлично. Ну что ж, пока, друзья, я считаю, очень неплохо. Итак, еще целая куча сундуков. Ну что ж, будем собирать все самое интересное, что пригодится нашему герою для выживания. Ого, уже двое золотых часов. Вот, кстати, вяленое мясо, это супер. И есть возможность взять более крутой тесак. Кстати, как посмотреть, какое оружие круче? Здесь у бейсбольной биты есть фиолетовая точка. Мне кажется, это что-то должно означать. А кто в курсе, пишите в отзывах, в комментариях. Вот я пока, давайте-ка, вот, кстати, эти сальники нам нужны, давайте-ка я их пока оставлю, вот, тесак я пока брать не буду, пусть он лежит, ну а потом посмотрим. Итак, очередной сундук, вот, что нужно собирать, пишите в отзывах, в комментариях. Вот, ага, есть у нас вот монтировка, это здорово, вот, давайте-ка возьмем воду. Возьмем часы. Ну, мне кажется, часы вообще нам не нужны. Хотя, вот, возможно, и нужны. Трудно сказать, что нужно, что не нужно. Отлично. Итак, давайте-ка я перетащу эти бинты сюда, чтобы в случае чего сразу же подлечить нашего героя. Отлично. Итак, очередной сундук. Что здесь у нас? Вот удалось собрать целую кучу вот золота.
изолента, это, конечно же, здорово, но, конечно, хотелось бы вот какого-то огнестрела. Хотелось бы взять какого-то пистолета, лучше, конечно же, автомата, но, скорее всего, это нужно будет искать вот в каких-то бункерах военных. Итак, куча еды. И да, удалось взять большую аптечку, что, конечно же, меня радует. Вот, надеюсь, что благодаря этой аптечке можно будет неплохо подлечить нашего героя в случае чего. Итак, очередной сундук. Очередной сундук, и здесь еда. Вот пустую бутылку не будем, а вот, кстати, сальник еще один есть. Вот пока не буду его брать, хотя он тоже очень важен. Он тоже очень важен для строительства нашего чоппера. Давайте-ка, наверное, все-таки я буду их брать. Вот так сброшу эти каменные инструменты. В принципе, я их смогу создать в любой момент, поэтому я не думаю, что это будут проблемы какие-то. Итак, что еще здесь интересного есть? Вот, отлично, есть! Ну вот, наконец-то мне улыбнулась удача. Удалось найти крутой пистолет, удалось найти крутые ботинки. Вот, кстати, давайте-ка делаем немножко не так. Давайте-ка я вот аптечку перетащу сюда. Вот, возьмем сейчас пистолета. Вот, что-то нужно выбросить ненужное и все как бы нужное. Вот, пистолет это супер, это круто, это классно. Вот, ага. Вот, давайте-ка попробуем как-то сделать так. Воду в первую очередь, что у нас с ботинками? Что у нас делается с ботинками? Вот, жаль разбрасываться ресурсами. Итак, ботинки. Вот, давайте-ка посмотрим. Вот, меняется ли что-то? Вот, по-моему, падает защита. Да. А скорость? Скорость у этих ботинок ниже. Эти лучше, эти мы и оставим, а вот эти коричневые мы сбрасываем. Отлично. Вот так сбрасываем, берем. Ну, пока как-то так. Вот, ну, катастрофически не хватает места. Вот, друзья, пишите, как расширять рюкзак. Очень важный вопрос. Ну, а пока обыскиваем оставшиеся сундуки. Странно, что нету мертвецов. Что никто не атакует нашего героя. Вот удалось найти кучу металла. Удалось найти вот кучу всевозможных интересных плюшек для прокачки героя. Вот на обратном пути еще нужно будет вот собрать вот, вот эти сальники, которых я не собирал. Либо уже дальше потом, как мы будем играть игру, я буду постепенно их собирать. Итак, очень даже неплохая коллекция воды. У нас уже собралось 9 бутылок. Я, честно говоря, в шоке. Вот когда-то, помню, начинал, вообще не было воды. Да, кстати, смотрите, пиво. Удалось даже найти пиво. Давайте-ка я сразу же его применю. Вот как-то так. Давайте-ка мы применим пиво. Сразу же пусть наш герой попьет пивка. Вот для рывка. И пойдем с вами дальше. Отлично. Ой-ой-ой, друзья, и я сейчас обмочу штаны. А как нам это проделать? У меня вообще еще вот такой фишки не было. Вот. Ага, вот. Ну, я, честно говоря, у меня еще такой фишки не было. Чтобы наш герой сходил по-малому. Ну, выглядит прикольно и забавно. Отлично. Ну что ж, что у нас здесь делается? Пока все здорово, все круто. Хотелось бы еще экипировать нашего героя пистолетом. Вот, потестировать. Ага, он же у нас голодный, бедняжечка. Он у нас голодный. Срочно давайте-ка дадим ему вот консерву. Это какие-то бобы. Отлично. Итак, ну и давайте-ка еще мясо вяленого дам. Вот, супер. Сразу же вот здорово наш герой перекусил. И что здесь у нас? Итак, первый монстр. Отлично, новый уровень, супер. Ну что ж, пушка это круто. Пушка это круто, с двоих выстрелов уничтожил зомбика. Давайте-ка я посмотрю. Ах ты вредина, отлично. Вот, пока валит без проблем врагов, но, честно говоря, жалко пистолета. Боюсь, что надолго его не хватит. Отлично, ну вот, просто здорово. Никак не ожидал, друзья, что у нас вот так здорово все появится. Кстати, мы можем взять новый уровень. Рудокоп, травосеть и обжора. Еда восстанавливает больше здоровья. Мне кажется, друзья, что эта фишка намного лучше. Давайте-ка я ее применю. Вот, и пойдем с вами дальше. Ну что ж, как видите, друзья, я считаю, очень неплохо мы с вами в сегодняшнем видео
пробежали. Кстати, нашел еще один сундук, хотя, возможно, мы его уже обыскивали. Да, скорее всего, обыскивали, вы видите, здесь все пусто. Вот, оббегу с вами по кругу, посмотрю, никого ли не забил. Итак, не забыл. Вот еще один из зомбарей, удалось его подстрелить без проблем. Неужели это все? Неужели мы полностью с вами вот обыскали эту локацию? Ну, и так, я считаю, очень даже неплохой вариант. Вот, куча ингредиентов. Вот, что у нас с врагами, пока мне непонятно. Но то, что нам неплохо удалось вот здесь поискать, это, конечно же, здорово. Итак, давайте-ка я посмотрю. Хотел еще забрать того сальника. Либо забрать куртку. Вот секач пока... Ага, друзья, вот поменяем секач. Тот у нас, видите, уже в красной зоне, а этот уже довольно-таки неплох. Что ж, возвращаемся домой. Не знаю, хватит ли нам энергии, но мне кажется, очень даже круто мы сегодня с вами как для первой миссии сыграли. Вот, друзья, нуждаюсь в вашим советам. Итак, военный рюкзак мечете. Это наша реклама, но мы без нее, думаем, справимся в этой игре. Итак, в чем дело? Почему мы не можем перейти в другую локацию? Ага, вот пошла. Пошла глобальная карта. И вот сейчас отправимся с вами. Вот. Итак, нам рекомендуют не выбрасывать бутылки, их можно использовать снова. Итак, события поблизости, сброшен гуманитарный груз, там должно быть что-то интересное показать. Отлично. Ну что ж, друзья, вот я хотел заканчивать видео, но как же заканчивать, если есть гуманитарный груз? Вот, но нам нужно вернуться на базу, нам нужно вернуться домой. Вот, бежать 40 энергии, у меня нет 40 энергии. Что ж, друзья, тогда сегодня я на этом уже с вами закончу видео. Вот, завтра, или если игра вам понравится, я буду, конечно же, снимать продолжение. Ну, все не очень просто. Кстати, кто в курсе, как нам добывать энергию, вот, либо ее купить, вот, предлагает нам 25 монеток, вот, не хочется их тратить, вот, поэтому давайте-ка сегодня я уже на этом буду прощаться. Итак, всем пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий, пишите в отзывах, комментариях, понравилась, не понравилась ли игра, стоит ли снимать продолжение. И, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!